Аграрии республики засеяли озимыми 61% запланированных площадей, доложил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в правительстве. Но вот по его словам, фермы уже завершили заготовку грубых кормов. На сегодняшний день заготовлено более 1,5 миллиона тонн сенажа, 800 тысяч тонн силоса и более 900 тысяч тонн сена, что на 17% больше запланированного объема. Также, по словам министра, ввиду низкой цены на зерно особо выгодные условия льготного кредитования, чем непременно должны воспользоваться аграрии Башкортостана. Нам надо максимально в этом году, до конца года, взять льготные краткосрочные кредиты до 5% для того, чтобы сегодня не продавать зерно. Поэтому на следующий сезон мы должны зайти с полными, значит, загруженными складами зерна и с кредитами на будущий год. Такая возможность сегодня есть, поэтому крайне необходимо до конца года эти мероприятия завершить. В целом по республике на одну голову скота заготовлено 28 центнеров корма. Это 102% от плановой потребности. Безусловным лидером по заготовке является Благоварский район. Также в рейтинге лидируют хозяйства Аургазинского и Благовещенского районов.